Это скандально известный на всю страну Нурбол Сксивы. Молодой парень запомнился тем, что представлялся сотрудником правоохранительных органов, членом семьи первого президента, даже выходил в прямой эфир в Инстаграм и транслировал якобы задержание водителя. Тогда житель Алматинской области Нурбол Каримов не понес наказания. Ты что, издеваешься, сколько стоишь? Нурбол, ну? Да? Нурбол, Дай я тебе покажу еще. Через время молодой человек взялся за старое. На этот раз Каримов представился сотрудником антикоррупционной службы и требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов. Это стало поводом для задержания и реального срока. Приговор Актауского городского суда 9 ноября 2022 года два подсудимых были признаны виновными по трем статьям, по двум эпизодам. И по которому первому подсудимому было назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы путем его частичного сложения наказания, а также по второму подсудимому путем его частичного сложения 7 лет лишения свободы. Также согласно статье 46 им определено отбытие наказания. В суде выяснились и другие скандальные факты. В феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима Алматы, требовали у заведующего детского сада 1 миллион тенге за непривлечение к административной ответственности. Антикоррупционная служба просит сообщать о подобных фактах ведомства.